Минпросвещение России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. Учащихся будут оповещать о детских проектах, достижениях страны и региона и возможностях будущего трудоустройства. Школьников будут информировать о проектах Российского движения детей и молодежи «Движение первых», о программах детских центров «Арте», «Орленок», «Океан» и «Смена», образовательного центра «Сириус» и платформы «Россия – страна возможностей». Ребята смогут вовремя подать заявку на всероссийский конкурс «Большая перемена», а также выбрать лекции и курсы Российского общества знания. Детей младшего возраста будут знакомить с программами «Орлят России» и других организаций. Школы могут проводить конкурсы фотографий и тематические выставки рисунков, а также размещать экспозиции об исторических личностях, прославивших страну, ее природных объектах и национальных достижениях. Оформлять школьные пространства первым делом начнут в новых регионах, в остальных создание экспозиций пройдет поэтапно.